Лидера российской оппозиции сегодня зовут Владимир Зеленский. Пока это не очень бросается в глаза, но первые признаки нового порядка вещей игнорировать уже нельзя. Обещание Зеленского предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам, пока повисло в воздухе, но еще наверняка даст о себе знать, хотя даже и не в гражданстве дело. Они ведь такие разные, один молодой, другой старый, один вечный и несменяемый, другой легко устроил сменяемость власти в своей стране. Один современный и модный, другой архаичный. Петр Порошенко потому и провалился с билбордами, на которых он смотрел в лицо Путину. Такие плакаты уместны, если один оппонент бесспорно лучше другого.